Так, продолжаем. Кого там напинать надо было? Что-то новенькое. Ща мы его напинаем. Я готов. Ха! Зафим! Собака. Какие же вы неудобные! Давай. Что такое? Что произошло, я не понял. Уходи, 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 что ты делаешь? Есть. Лупи. А чёрт. Нет. Отстой. Давай. Стой, 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 беги, беги. Давай. Давай, давай, набирай. Так, стоп, стоп. Есть. Хорош, прям втащили. А чёрт. Давай, давай. Есть. Чё, неприятно, да? Потому что не было приятно умирать. 3000, фига себе. Куда ты пошел? И чё? Ах, ты ж собака. Оу, как больно. Очень больно. Давай.
Это ж. И чё, куда ты пойдёшь? А? Собака. Ну, как-то так. Блин, 3 жизни потерял, отстой. Спокойной ночи. Так, отличненько. Ничего никакого не будет, ни рассказа, ничего. Это же этот, Кьюби. Не понял, ты же где-то здесь был. Вот он. Четвероногий, звероподобный, пепельный рогами, с ониксовой шкурой и сверкающий золотыми доспехами, встречает в закрытой пепельной зоне. Этот монстр носится по полю боя с огромной скоростью. Ну, в общем, то же самое. Ладно. Давай. Давай. Спасти Фим? Что? Стой. А я могу взять другое задание? Черт, не могу. Черт, надо аптечку купить. Побежали, побежали. Так, и как мы ее спасать будем? А, мы сейчас будем драться с этим, с этой фигней. Фим сюда приходила, верно? Да. Куда вы ее отправили? Куда она и хотела попасть? Скажите нам, где она? Вы знаете ответ. Ах, ты собака, как ты смеешь? Вы уже запустили Одина? Штаб Фенрира, последний оплот человечества, нельзя допустить его разрушение. Вперед! Все наружу! Постойте. У нас нет времени. Вот это просила передать она вам. Письмо? Письмо от Фим? И типа все? А что, убивать никого не надо? Один. Вот сейчас нам Одина, да, пинать? Для Глебнира самое важное обезопасить штаб Фенрира. Мы подготовили запасных АПБ как меру предосторожности и разместили их неподалеку. Если у тебя не получится, они займут твое место в Одине. Надеюсь на твой успех.
Все, я так рада, что встретила вас. Или все. Я всех вас очень люблю. Хьюго, ты иногда ужасно строгий, но всегда заботишься о нас. Лу, ты такая милая. Я всегда одеваю... и одеваешь меня в красивые одежды. Зик, ты всегда умудряешься меня подбодрить. В этом ты талант. Но не жульчик, как так в играх. Рикардо, ты всегда прячешь конфеты, чтобы со мной поделиться. А потом Хильда об этом знает и ругается. Клэр, ты всегда мне улыбаешься. И когда я улыбаюсь в ответ, ты говоришь, что любишь меня. И наконец... Мама, я та очень рада. Ты самая лучшая на свете. Когда ты меня обнимаешь, мне тепло и не страшненько. Ты всегда меня поддержишь, гордость и радость. Все это мне больше нужно. Все это мне нужно, потому что я больше не ребенок. Короче, молодец. Опасный чел. Ого. Это... Фим! Слишком пафосно. С тех пор, как мы встретились, вы научили меня очень многому. Терпеливо ждать ради мечты. Заглядывать тебе в сердце. Стараться изо всех сил. Верить своим чувствам. Вы такие сильные и добрые. И вы передали мне эту силу и доброту. Теперь я могу тоже сделать вам подарок и защитить вас. То, что я подумала, давайте устроим вечеринку, хорошо? Когда все закончится. Его оттеснили. Черт, Фим! Держись. Семья, вы так много значите для меня. Поэтому я хочу спасти вас. Она... у нее получилось? Фим, она в порядке? Слышите? Все внутрь! Эми? Что так? Первая волна пепельного шторма побеждена, в вашу сторону идет вторая. Что? Вторая волна? Я думал, все закончилось. Жаль, конечно, но это, видимо, все, на что она способна. Генерал-губернатор.
Надо заметить, что первая волна шторма всегда самая слабая, а сильная, и она справилась блестяще. Резервные отряды Одина вперед! Нет! Она еще жива? Хватит, нельзя тебе! Фим, прекрати! Ого, что это происходит? Аномалия в ответных данных Один, он выходит из-под контроля. Не может быть. Фим, что надо делать? То есть она сошла с ума, стала пепельной. Что, черт, что нам делать? Похоже, уровень пепла слишком высок, и Один не выдержал. Всем отставить! Отряд Одина, вперед! Бросим все силы на то, чтобы остановить Одина. Стойте. Мы готовы? Как будто есть выбор. Но он прямо перед нами. Просто уйти не получится, так? Фим, ты внутри, разве она не... У меня просьба, генерал-губернатор. Не забирайте Фим, эта семья уже достаточно страдала. А вы-то уж точно должны понимать, какая это невыносимая боль. Хильда. Так, надо, другого выхода нет. Какая разница, есть другой выход или нет? Нас ждет Фим. Мы не собираемся сдаваться, мы будем сражаться до последнего. Нифига себе, она сказала. Давайте вместе. Сейчас спасем Фим, потом возвращаемся домой и устраиваем вечеринку. Вместе. Всей семьей. Ага. Я с этой фигней сражаться буду, вы издеваетесь? Стой, я ж тебя не съел. Так, нет, мне нравится. Так, хоп, ешь. Как ты переключаешься, я не понимаю. Стоп, пауза. Какая фигня здесь выходит. Стой, где? Где? Дайте послушать. Вот, давайте тебя послушаю. Я не понимаю, что здесь идет. Блин, я не могу понять, как он целится. Что происходит?
Как мне тебя бить-то, а? Что происходит? Как менять цели? А чёрт. Как мне тебя бить? Давай, луби его. А, чёрт. Сильный Один. Он слишком... Ай-яй-яй. Воу-воу. Нет! Чить-чить. Плохо дело. Плохо дело. Ну, защита какая-то дикая. Плохо дело. Черт, фига себе. Черт. Как с ним бороться-то? Фига себе!
А, черт. Что это такое? Плохо дело. Да, чтоб тебя. Нет, стой. Че не могу пробить тебя, а? Черт, надо отходить, отходить. Блин, чё так больно-то? Мне кажется, я его не сделаю, да? Черт, давай! Что происходит? Что это, Фим? Я потерялась, хочу спать. Ты должна вернуться домой. Мама. Контракт активировал. Блин, голова была. Что происходит? Что происходит? Я не вижу. Фим, держись. Вот фак. Что происходит? Я не вижу, куда тебя бить. Только одна нога сломана, да? Фим, держись! Черт, а? Как тебе жахнуто больно. Фим, помогай мне. Че происходит?
Поражение? Жесткое сражение. Где Фим? Что случилось? Выясняю. Ну, что-то жесткий босс. Вообще нереально. Здесь как-то вообще нереал попадать. Я не знаю, как биться. Мама, я дома. Фим. Я вернулась домой. Знаете что? Теперь я понимаю. Я чувствую всех, весь мир. Теперь я все вижу вашими глазами. Это контакт. Да, контакт. Это от Фим. Конечная цель. Все пепельные земли на прилегающей территории. Ого. Ну, пафоса у них много. Фига себе, у них Одинов. Резонанс растет. И уровень пепла падает. Блин, мне нравится, что здесь аниме вставки. Что происходит? Отвечай. Потеряна связь с фронтом. Что? Фим? Ты. Нет, вы все это сделали? Фига себе пафоса. Ого, их сколько тут. Я так понимаю, пройдена вторая глава.
Что происходит? Мы типа изгоняем что-то или что? Как красиво. Да, мягкий ласковый свет. Она слышит нас? Всех нас? Да, она хотела, чтобы все остались живы. Люди, пожиратели богов, АПБ. Все в пепельных землях. Она не просто хотела, она пошла и сделала. Фим, ты просто нечто. А мне полагается вкусняшка? Да, я накормлю. Накрою особый праздничный стол. Я, конечно, уже не ребенок. Но я очень старалась. Может, можешь меня обнять? Мама. Люблю тебя. Пойдем домой. Ага, а теперь домой. Начнем наш новый день вместе. Ну, конечно, я бы этого Одина не сделал без ребят, потому что они капец разносят. Еее, как это пропустить? А, никак, да, придется смотреть. Ну ладно, будем смотреть. Раз ничего делать больше не остается. Но я вижу, что гутытер. А что дальше-то? Двигаться будешь, нет? Давай. Они хотят мне снова показать все. Ну ладно. Конечно, Одина бы, наверное, мы не сделали. Слишком сильная фигня. Ну давай же. Я понимаю, вы все хотите показать, кто что сделал. Я рад за вас. Но, ладно. Ну хоть поют прикольно.
Милая девчонка, если честно. Ну, мне и рисуночек нравится, что справа изображен он такой. Красивенький, что ли. Ну, фильм такая, пойдет. Маленькая слишком. Он не заканчивается. Все-таки это Сома или не Сома, я вот не знаю, он похож на Сому. Голубые глаза, белые волосы, когда шрам получил, без понятия. Ты уже почти закончил, я же знаю. Я, может, хочу одну побочку сыграть. Чтоб, типа, более-менее плюс был. Давай, ты можешь. А это кто такой? Это, типа, мог быть я? Давай же, роди ты мне мой махонький. Пафос на всех нарисовали. Но это же не я, я же девчонка был. Почему мне пацана рисуют? Неужели могли женского персонажа нарисовать? Ну вот кто слева такой? Ну вот кто он? Вообще никто. Это не я. Блин, ты так закончилась операция по пожиранию пепельных земель, а с ней и конфликт с Алой Королевой. Юный ФБ из порта Хризантемы совершил чудо. На один краткий миг сознание всех живых существ слилось воедино, переплелось. Все стали едины, люди, пожиратели богов, АПБ, даже Арагами и сами пепельные земли. Это явление имеет ту же загадочную природу, что контакт
объединения сил АПБ. Единственное, что известно точно, пепельный яд внутри пепельного шторма был нейтрализован. Не говоря о том, насколько важно происшедшее для науки, сам по себе этот случай заставил людей задуматься над тем, что такое жизнь. Условия жизни АПБ быстро изменились к лучшему, а проект Один, который АПБ требовал в качестве топлива, заморозили. В пепельных землях, которые некогда были обиталью отчаяния, зародился луч надежды, зажженный руками отважных АПБ. Они уже проделали долгий путь, и близок тот день, когда у них появится свой собственный порт. И они изменили ход истории. Они осветили путь, который лежит перед каждым из нас. Что же будет дальше? Что ждет на этом пути? Не, ну это Сома, я вон меч узнаю. Я же говорю, это Сома. Да, перезаписать. Я разблокировал музыкальный автомат. Нафига мне? Совет. Мантия изящества. Мантия полученный. Совет. Чё за совет добавлен? Что добавлен? Куда добавлен? Какая игра плюс, господи? Типа, что бесконечно бегал? Сома, чё тебе надо? Ай. Да ты, Сома, врёшь мне всё. Давно не виделись. Может, ты уже слышала у меня? Меня временно отправили на это судно. Я хочу исследовать здесь ядра пепелорожденных. А потом у меня иногда будет для вас особое задание. Тебе интересно? Будет помочь. Конечно. Спасибо, я очень благодарен. Если нужно, можешь взять меня на задание. Не знаю, пригожусь ли. Но в любом случае, ребята, на некоторое время я с вами. Буду рад с вами поработать. Да без разницы вообще. То, что мне вот дали, это будет то, что я могу одеть, или то, что я могу произвести? Вот в чем вопрос. Так, снаряжение. Ну-ка. Теперь вы можете редактировать персонажа, менять настройки наряда персонажа. Здесь можно изменить такие настройки, как имя, пол. Пол? Серьезно? Стильное платье. Лис. Кигуруми. Вы издеваетесь. Не. Этель. Что за Этель? Эстель. Т-О-В. Не знаю, кто такой. Школа Элой Королевы. Это закос на Гарри Поттера, да, я так понимаю? Ха. Миленько, но нет. Хотя, смотрите, какие формы. Но они слишком скромные, как бы можно, но... Все не то. О, это же это прям одежда. Да, это прям ее. Короче, я получил кучу одежды. Каждого из своих персонажей, так понимаю, да? Но все не то, честно. Они какие-то никакие. Прикольно. Этель. Что такое Этель? Походу не загрузилось, не знаю. Новых нету, да? Так, цвет волос 5. Пять 11. Кошачьи ушки. Но они какие-то стрёмные, если честно. Украшение Б. Это украшение. Шлем, маска. Серьги, серьги, ощущение краска для лица, бла-бла-бла.
Изменение персонажа, енот женский пол. Нет, ничего не меняем. Здесь нафиг ничего не надо менять. Ладно, база данных. Что мы можем? Енот 5, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Всякие персонажи в топ, не знаю. Мир без разницы. Как не все? А чё, про Одина никакой картинки не будет? Вы издеваетесь? Или Один не о рогами? Так, ладно. Снаряжение. Создать снаряжение. Вверх. Ну, такое. Пустынный кант. Блин, почему нет ничего открытого такого? Секси, я бы сказал бы. Странная цена, конечно. Ладно. Оружие ближнего боя. Послабее, да, будет? Но это электричество. У меня, да, вот был выбор либо его. Да, ладно. Пока нового ничего нет. А ну-ка, если улучшить. Так, у меня 380. 308 все равно не хватит, да? 310 не хватит. 400. Конечно, снарядить, вы чё? Нет, мать моя. Нет, как его выбрать? Как снарядить? шестнадцать, надо выбрать другое. Ну, вот, нормально. Так. Предметы нет. Установить навык. Оружие ближнего боя. Экипировано. 416. Вот. Давайте дам коллекционера. Кстати, у меня уже здесь есть что-то? А, да? Давай только бонус дам тогда. Все, отлично. Я готов к заданию. Должно быть, что доступны новые ударные задания. В качестве запросов углубили, теперь доступны закусочные задания. В них ваша цель собрать как можно больше угощений за отведенное время. Закуски, найденные в точках сбора, можно будет использовать в последующих заданиях в качестве обычных предметов. Некоторые закуски обладают полезными эффектами. Да. Задание типа «Атак на время». Выберите пункт «Атак на время». Дофига себе ты тут дофига все даешь. Я хочу выполнить одно задание. О, господи. Дополнительное. От кого-то напинать надо. Так, ладно, здесь дополнительное задание не могу. Еще не прошел основное. Ударное задание. Это с группой людей, либо одному. Ну, это черт тебя! Задание атака на время. Особые задания. Запрос Глейпнира. Вот, видите? Чик-чик-чик. Етить, колотить! Много. Ладно, будем разбираться. Пока давайте возьмем обычное задание. Шестой, я не все прошел. Блин, двоих убить. А, ладно. Так, стой, Клэр, иди к чертям. Конечно, я буду свою эту брать. Так. Я могу вам что-нибудь улучшить? Что такое оракул?
Типа все новое, а толку-то от этого? Я улучшить-то не могу, да? А, так огнем до третьего могу пойдеть, нет? Да и фиг знает, чё качать вообще, мать моя. Может, сому взять? А, я уже не могу, да? Ладно, без разницы. Сейчас заданий, походу, особо не будет. Но мы пока закроем. У нас будет, значит, одно дополнительное, одно недополнительное, одно дополнительное, одно недополнительное. Ха! Ну, это было изи вообще. Кучу заданий накидали, накидали, все подряд. Типа, используй, используй, все это вам потом пригодится. Разберемся. Разберемся, чем мне пригодится, а не пригодится. Ладно, кого там убить-то? За три задания? Серьезно? Я думал два. Я ж вас за ногу. Курица. Думаешь, ты меня этим заденешь, да? Вау. Две птички. Собак. Минус один. А что эти как-то мало было? Вроде пташек было-то больше разных видов. Либо они не смогли придумать для них способность, либо не знаю. Тебе на. Тебе будет больно, друг.
Стой, курица! На-на. Ну и все. Ну ты готов. Сейчас должна быть следующая, да? Последний этап, где я должен буду кого-то напинать. Ах, давай. То есть я потом должен буду выполнить какие-то побочные, чтобы получить какие-то плюшки. Так получается? О, это враг опасный. Давай. Давай, на-на. Фигачь его, давай. Фим лечит, это прям вообще топчик. Жги, давай, 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 давай. Что это еще было? Это Конг? А, все, да? Вообще без разницы. Давай, 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 лети, лети за ним. А ты все. Тряпка. Вот и все. Фух. Но это было слишком легко.
Это ж просто задание было. А, то есть не дадут основной, пока я какой-то не выполню. Хорошо, сегодня поработали. Тебя ведь не ранили? У меня отличные новости, сейчас расскажу. Наметились продвижения в совместном деле, которое занимаются псы и Василек. Сейчас мы отправимся на встречу с новыми партнерами. Айн сообщил нам все подробности, как только мы окажемся на месте. Он сообщит их. В базе данных есть какие документы, на которых тебе стоит взглянуть. Мы наблюдаем зарю новой эры. Вряд ли я смогу когда-нибудь тебя отблагодарить. Конечно, сможешь. Вы получили новое слово. Новичок, новичок. Как сильно бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да-да-да-да. Вообще без разницы. Ну вот как-то так. Всем пока.